Ребятушки, всем доброе утро, всем привет. Мы начинаем этот влог. Во сколько? Сколько сейчас время еще? 10:30. Мы сейчас разговаривали с моей мамой по видеосвязи, да? Хотели к ним в гости ехать. Ну, вообще планировали до того, как заболели. Но сейчас пока не поедем, пока не выздоровеем. Ну, через неделю, думаю, к ним съездим. Вот, поговорили, поболтали. Сёмка поигрался, да? Скоро уже опять. Эй, ты можешь. Что тебя рассмешило? Чего тебя смешит с утра? Сём. Ой, что-то я хотела сказать. А сегодня хотели, но хотим... Сегодня хотим на улицу сходить. Мне нужно сходить до Колумба. Желательно фикс прайс. Но я не знаю, работает он или нет, потому что все непродуктовое закрыли, но там как бы есть и продукт, так что, возможно, он работает. Сёмочка, нетушки. Ой, ты же грохнешься. Ой. Давай тебя спасу. Ух, молодец. Я опять туда же. Вот, не знаю. Ну, наверное, сходим, нам все равно что гулять надо. Да, Сёмка, гулять надо? Пойдем далеко-далеко. Сёма еще сейчас так странно начал делать. Он, короче, пытается встать без опоры. Вот он встает, как бы, не знаю, как объяснить. Я попробовала примерно заснять то, что это мне. Прикиньте, с губой что-то. Короче, я попробовала заснять. Сейчас вам покажу, вставлю видео после этого. И он очень-очень широко ноги расставляет, видимо, он пытается поймать равновесие и хочет отпустить руки. У него там, знаете, на 2 секунды буквально получается, и он начинает лететь. Вот сейчас он также порог опирался. Очень интересно, конечно, но очень страшно. Как раз макушкой вниз, очень удачно бы ты полетел, Семен. Держу. Малявка. Ну все, ладно. Опа. Она холодная еще. Да. Сёма, не надо плитку лизать.
хотела я, значит, идти гулять, а там идет дождь весь день. Ну, точнее, когда я хотела гулять, его не было, но когда мы с Сёмой подумали, да, сейчас покушаем и пойдем собираться, он пошел, да? Ты что, повернуться не можешь, котенок? В общем, сидим дома, один раз запустили стиралку, постирали постельное, второй раз запустили стиралку, Сёмины штанишки стираем, да? Ну, короче, занимаемся домашними делами, помыла посуду. Что еще сделала? И все вроде. Сёмка тут вон у нас сидит, сидит, играет. На, скатай это. Я хотела сходить в Колумб же, но что-то пошло не так. Хотела купить шаурму, но так захотелось, я давно не покупала. И прям хочу-хочу. Не знаю, может, конечно, еще дождь прекратится, но, блин, на автобусе ехать Сёмка как-то неохота особо. Короче, не знаю, подумаем. А вроде охота на улицу выйти, потому что дома сидишь, свет включен, на улице темно, из-за этого так такая сонная обстановка, прям вообще ничего неохота делать. Короче, жизнь у нас сегодня очень ленивая. Знаете, в этой картине прекрасно все. Футболка Семёна полностью обслюнявленная. Она расстегнута. Но Сёмочка играет, и он счастлив. Да, скажи. Но стоит маме только поднять свою попочку с пола и уйти. Все, Семёну не играется, да? И он сразу начинает грустить. Угу. Я тоже всем грущу. Науку хочу. Ой. Вот, а, кстати, вы знали, что наша неваляшечка немножечко пострадала? Это тоже она как-то упала, но это уже давно, это месяц назад, наверное, было, да, Сём? Так что она уже была побитая, я даже не знаю, это, наверное, еще Серёжина игрушка была. Но я не уверена, это мы у моей свекрови взяли. Вот это мы уже с Сёмой постарались, да? На, дух. Бух! Но я почему-то ее матрешкой называю. Ой! Поймал? Молодец! Да, поймал. Пик! Пишу я, значит, своей маме, что мы не пошли гулять, потому что на улице идет дождик. Она мне присылает видео, то, что у них тоже был дождь, сейчас идет снег. Я думаю, дай-ка посмотрю в окно. А тут хопа, и у нас тоже идет снег. Да? Так что надо у бабушки твоей спросить еще. Может, там вообще снег закончился, и мы пойдем гулять через часик. Блин, просто Сёме спать. Ах, господи. Сёме спать так-то уже через полтора часа. Но если его уложить и с ним сонным гулять, тогда я могу пешком, то есть я прогуляюсь, и он подышит, но он будет спать, и тогда мне дома не будет времени. Короче, не знаю, посмотрим. Ух ты, господи. Ты мать съешь потом? Кто тебя воспитывать будет? Вот это сальтуха у тебя только что была. Мы с тобой сегодня пойдем гулять или нет? Все, как думаешь? Может быть, тебя одеть, выйти на улицу, уложить на улке, и мама будет ходить гулять спокойненько. Не надеюсь, торговый центр пустит. У нас вроде еще эти QR-коды не ввели. Но мне он хотя есть... У меня на госуслуги, когда брали тест в поликлинике, мне пришел ответ на госуслуги, то, что тест отрицательный, и там был QR-код, но я не знаю, сколько он действует. Надо, кстати, попробовать его отсканировать. Просто вдруг реально там требуют, а я... Ну, хотя вроде нет. Ну, хотя сейчас все равно попробую. Ребят, в общем, на улицу мы не пошли, потому что там сыро, холодно, и я решила не идти. И вот этот маленький человек... Сейчас устроил опять истерику, потому что он уснул в сколько? 4:30 примерно где-то. И проснулся через 40 минут. Я ему... Все, подожди. Я ему не стала продлевать сон, ну, потому что уже бессмысленно. И он опять сейчас будет 3-4 часа бодрствовать, и мы ляжем во сколько спать.
И он хочет сейчас прям уйти на ночной сон. Я сначала ему не хотела этого давать, но тут такая истерика, что мне придется его уложить сейчас. Так что, ребятушки, я вас всех люблю, целую, всем пока-пока. Да? О, а у нас еще и лампочка сгорела, походу. Мигает, мигает целый день, да? Все, ребятушки, всем пока-пока.